Этот год будет плодотворным для Национального антидопингового агентства Азербайджана. Выбор города Кубы, спортивной столицы Азербайджана 2024 года, является значительной инициативой. Этот год также является олимпийским. Мы будем представлять Азербайджан на нескольких международных мероприятиях. Среди них могу отметить научную конференцию Всемирного антидопингового агентства. Кроме того, АМАДА будет проводить специальные просветительские мероприятия в регионах по вопросам борьбы с допингом. Мы также оказываем поддержку в борьбе с наркотиками.